Смертельные искусства. Капуэра. Колониальная столица Бразилии Сальвадор-да-Бахия сегодня известен как самый африканский город обеих Америк. Этот портовый город с богатой историей постоянно залит солнцем, а его узкие мощеные улочки таят в себе немало опасностей. Специалист по боевым искусствам Жозет Нормандо приехала сюда, чтобы за танцевальным фасадом капуэры разглядеть истинную силу этого афро-бразильского боевого искусства, возникшего посреди ужасов и кошмаров рабства. Капуэра состоит в основном из ударов ногами и уворотов. Локти, колени и кулаки почти не используются. Некоторые воспринимают капуэру просто как танец, но на самом деле это эффективное боевое искусство. Мощные, плавные и акробатические движения капуэры являются отражением афро-бразильской культуры. Это искусство улиц объединяет в себе ритуальные, танцевальные и боевые элементы. Капуэра исполняется в кругу, называемом «рода», и всегда под музыку. Жозет должна погрузиться в эту культуру и изучить движения, музыку и историю, создавшие современную капуэру. Она надеется, что со временем сможет вступить в роду и стать настоящей капуэристкой. С опытом занятий карате и айкидо, Жозет хорошо знакома с японской культурой и традициями, но она крайне далека от афро-бразильской культуры, которую ей предстоит постигать. Я сильно волнуюсь, потому что капоэйра для меня очень экзотична. Искусство капоэйры не имеет ничего общего со всем, что я до сих пор изучала. Современная капоэйра была создана двумя знаменитыми мастерами – Бимба и Паштинья, которые основали два основных стиля капоэйры – регионал и ангола. Я хочу проникнуть в узкий круг учеников этих легендарных мастеров. Канадская капоэристка Калет Дезиле каждый год приезжает в Сальвадор-да-Бахия, чтобы не отрываться от корней капоэйры. Она согласилась заниматься с Жозет. Калет будет готовить меня к предстоящим испытаниям. Первым делом она показывает мне базовую стойку – джингу. Это основа основ, и что бы ты ни делал, ты всегда возвращаешься в это положение. Еще она должна научить меня не терять сознание, тренируясь вверх ногами на 40-градусной жаре. В Канаде мы часто разговаривали с Колет, пытаясь понять, кто из мастеров капоэйры сможет лучше познакомить меня с афро-бразильской культурой. Мы решили, что это мастер аккордеон, выросший в Сальвадоре и говорящий на двух языках. Бира Альмейда, по прозвищу Аккордеон, приехал в США в 1978 году. А в 80-х основал Объединенную ассоциацию капоэйры и Всемирную ассоциацию капоэйры. Он является известным музыкантом и историком капоэйры. Мне очень не терпится начать тренировки, но вместо того, чтобы вести меня в зал, мастер аккордеон водит меня по улицам района Пелуриньо. Он хочет показать мне, из какой беспросветной бедности родилась капоэйра и где она продолжает развиваться сегодня. Я понимаю, вам хочется увидеть технику капоэйры, прыжки и все такое. А тут вы видите совсем другое. Здесь хорошо видно разницу между богатыми и бедными. Стоит повернуть за угол, и вы оказываетесь в районе, которого нет на туристических картах. Я бы не рискнула отправиться сюда без мастера аккордеона. Для тех, кто приходит сюда молиться, это страдание. Это кровь людей, их мечты. И так было всегда. И капоэра несет в себе все это. Это чувства людей, их стремление к свободе.
Понятно, что мастера капоэйры являются местными кумирами. Дети реагируют на аккордеона, как будто он рок-звезда. Корни капоэйры тянутся от африканских рабов, привезенных сюда португальцами в колониальный период. Былое столичное величие Сальвадора да Бахия зиждилось на работорговле и рабском труде на плантациях сахарного тростника. С 16 по 19 века португальцы обратили в рабов около миллиона африканцев и привезли их работать на плантациях в своей новой колонии. Мастер аккордеон учился у самого известного мастера капоэйры – Бимбы. Сын мастера Ненель Бимба теперь руководит школой капоэйра Режиунал в Сальвадоре. Она приехала, чтобы изучать капоэйру. Ее зовут Жозет. Она из Канады. Добро пожаловать. Мануэль Дус Рейш Машаду по прозвищу Мастер Бимба родился в 1899 году. В то время власти считали капоэйру уличной дракой, и она была вне закона. Бимба понял, что если он сумеет структурировать капоэйру, то общественность и власти перестанут смотреть на нее с опаской. В 1932 году он на свой страх и риск открыл школу новой капоэйры. 4 года спустя он устроил показательные выступления для властей. В 1937 году запрет с капоэйры был снят. Мастер Ненель согласился показать мне базовые комбинации капоэйры, созданные его отцом. Это большая честь. Эти комбинации напоминают мне ката, одну из форм упражнений в карате. Постепенно движения укладываются у меня в голове. Выпад, удар, нырок и снова в стойку джинга. Жозет не терпится приступить к тренировкам, и она отправляется с аккордеоном на пляж, где он часто занимался в молодости. Ей тоже следует начинать на улице. Джинго, джинго, джинго. Она выглядит такой простой, но у меня никак не выходит правильно. Я должна собраться, чтобы выполнить это простейшее движение. Он говорит, что я должна делать колесо и не касаться земли. Но занятия айкидо приучили меня к кувыркам, что не очень подходит для асфальта, главной стихии капоэйры. Капоэйра – это игра, это забава, это уважение к страху и мера отваги. Это вера, это уловки и ловкий обман. Уловки, надувательство. В чем же состоят уловки и хитрости капоэйры? Я не могу их открыть по ряду причин. Я готов показать вам основные движения, но остальное должно выйти из сердца, из культуры и долгих занятий и тренировок. После разговоров об уловках и хитростях хотелось бы на них посмотреть. Вот из этого движения вырастает вот это. Однако, тут вот в чем дело. Не нужно сопротивляться, потому что я вас толкну. Вы хорошая ученица. Вот такая вот маленькая хитрость. Я ведь сама просила показать мне хитрости. Но я никак не ожидала, что меня так вот надуют на моем первом же занятии. Урок номер 1. Не расслабляйся и будь всегда на страже.
Получив свою дозу хитростей, Жозет готова вернуться к базовым вещам. Она слышала об одном мастере, который использует это афро-бразильское боевое искусство в своей работе в социальной сфере, и просит аккордеона отвезти ее в один из трущобных районов на встречу с ним. Работник социальной сферы и мастер капуэра Боа Дженте занимается тем, что обучает местную молодежь. Мастер аккордеон заостряет внимание Жозет на физической дисциплине, энтузиазме музыкантов и пении капуэристов. Все это, считает он, придает молодым людям уверенность в себе и приобщает их к афро-бразильскому наследию. Эй, мальчик, где найти мастера Боа Дженте? Мастер Боа Дженте здесь? Капуэйра, не так ли, мастер? Добро пожаловать, давно не виделись, друг. Хотя я и чувствую себя в безопасности, Боа Дженте говорит, что если бы я была здесь одна, меня бы ограбили в течение 15 минут. В прошлом году здесь с оружием напали на мастера аккордеона. У него угнали машину, которую на другой день нашли с трупом в багажнике. Мы продолжаем идти, и я с ужасом замечаю колючую проволоку вдоль стен этой улицы. Боа Дженте объясняет, что эти стены отделяют жителей трущоб от соседних богатых районов. Характерное напоминание о барьерах, разделяющих бразильское общество по сей день. Спускаясь в танцевальный круг Роду, ученики Боа Дженте уже исполняют различные формы джинги. Наблюдая эти движения под музыку, я понимаю, почему многие люди ошибочно принимают капоэйру за танец, а не за боевое искусство. Какое зрелище! Два великих мастера сходятся в игре. Интересно посмотреть, что будет с их самолюбием. Сначала они раскланиваются, а затем обмениваются музыкальными репликами. То, что началось с дружеским рукопожатием, быстро переходит в схватку. Боа Дженте и аккордеон играют в дружеской задиристой манере. Их строго контролируемые удары едва не достигают цели, как бы говоря, «я мог тебя достать». И они никогда не прерывают визуального контакта. Аккордеон уходит, а потом возвращается с неожиданным ударом ногой. Даже для друга нет спасения от его уловок. Игра продолжается до тех пор, пока ты не вышел из круга. Уловки и обманные движения, которые тут называются «малисия», уходят корнями к сопротивлению рабов. Рабы нарочно портили оборудование и разными способами саботировали усилия своих хозяев, а потом делали вид, что все в порядке и они тут ни при чем. Эта стратегия позволяла им сохранить внутреннюю целостность, внешне изображая покорность.
Игроки прикидываются больными, пьяными или уставшими. Они покидают бой, а потом резко возвращаются. Это и есть Малисия. Урок номер два. Контекст диктует условия честной игры. Некоторые исследователи видят связь между капуэйрой и беглыми рабами, для которых побег был главной целью. В джунглях неподалеку от Сальвадора у Жозет появляется возможность обсудить эту теорию с аккордеоном, который специально занимался этим вопросом. Есть несколько теорий об истоках капуэйры. Некоторые считают, что она была создана в джунглях, другие полагают, что это городское искусство. Лично мне с трудом верится, что беглые рабы могли заниматься капуэйрой в джунглях. В джунглях используют копья, стрелы, камни и дубины. Поэтому для меня капуэйра — искусство города и урбанистическая форма самозащиты. Таково мое мнение, но, возможно, я ошибаюсь. А для чего, как вы думаете, они могли бы использовать его в джунглях? Может быть, когда убегали от преследования или что-то еще? Возможно, не только движение капуэйры, сколько ее стратегию. Они бы стали прятаться? Притворяться, прятаться, двигаться. Оставаться неуловимыми. Существуют истории о капоэристах, которые умели исчезать на глазах. Прямо как ниндзя. Хотя количество беглых рабов точно неизвестно, их оказалось достаточно, чтобы основать поселение Киломбос в отдаленных районах джунглей. Крупнейшая из них, Пальмарес, основанная в 17 веке, насчитывала более 20 тысяч жителей. Более 60 лет Пальмарес процветал, живя по своим собственным законам, со своей экономикой и социальным укладом. Терминология капуэйры очень колоритна и вводит в заблуждение несведущего соперника. Например, пинок в живот называется «благословение». И люди, они здесь как будто дают благословение, и это движется. Я покажу вам несколько базовых вещей. Вы делаете замах, удар ногой, круговой удар, теперь прямой. В прошлом очень важно было уворачиваться, но сейчас словарь движений развился. Я хочу, чтобы вы присели. Присядьте. А теперь я скажу: «Добрый день, Жозет, как дела?» И вы бьете ногой у меня над головой. Спасибо, хорошо. И наши движения идут как диалог. Урок номер три. Капоэйра — это не только схватка, но и игровой диалог. Физические трюки — это не единственные хитрости капуэйры. В прошлом пением предупреждали игроков о спрятанном у соперника ноже или о приближении полиции. Песни, исполняемые в кругу, являются комментарием к происходящему. Слова дразнят и подбадривают участников на новые действия. Этот инструмент называется «беримбау». Мастер Бимба считал его душой капуэйры. Единственная струна беримбау рождает довольно богатую музыку. В руках мастера эти простые звуки способны проникать в душу. Капуэра — это нескончаемый диалог между музыкой и действием.
Музыка создает настроение и диктует ритм и характер игры, происходящий в кругу. Беримбау ведет диалог между игроками, музыкальной группой и поющей толпой. Аккордеон привез подарок мастеру Олао, одному из лучших производителей инструментов. Это беримбау, разрисованный знаменитым художником из Сан-Франциско. Беримбау – это лук. Поскольку он должен быть упругим, его часто делают из дерева бериба. В наши дни струной сгибающий лук часто служит стальной корд от старой покрышки. В 30 сантиметрах от нижнего края корд присоединяет к луку долбленый резонатор кабака. Ударяя по струне ниже резонатора гибкой бамбуковой палкой, музыканты извлекают характерные звуки беримбау. Каждая игра начинается под звуки беримбау. Быстрее или медленнее играют капоэристы, зависит от ритма, задаваемого мелодией беримбау. Подходит время расставания с мастером-аккордеоном. Ему пора уезжать из Сальвадора. Он провел меня по всему кругу, но мне еще предстоит войти в него. Практически по знаку судьбы Жозет знакомится с человеком, о встрече с которым она мечтала – мастером Джого де Дентро. Джого – учитель Колет. Когда он обхватывает меня руками, я чувствую исходящую от них энергию. Я столько слышала об этом человеке, что с нетерпением жду занятий с ним. Жорже Эдос Сантос, мастер Джого де Дентро, увлекся капоэйрой на улицах Сальвадора, когда ему было 10 лет. В 15 он поступил в Академию капоэйра Ангола мастера Жао Пекеньо. Сейчас у Джога собственные школы в Сальвадоре и Сан-Паулу, в которых хранятся верные традиции стиля капоэйра Ангола. Пока я направляюсь на свое первое занятие анголой, во мне растет уверенность, что начинается самая сложная часть моего путешествия. Как я смогу проявить себя среди местных капоэристов?
Жозет была оказана честь. С ней персонально занимался один из лучших мастеров капоэйры. Но теперь она снова сама по себе, и ей предстоит проявить себя среди опытных капоэристов. Она прибывает в Академию мастера Джого в Сальвадоре да Бахия. Следующие 2 часа будут не из легких. Джого старается облегчить мне жизнь. Он спрашивает, готова ли я. Думаю, что да. Мне немного не по себе. Температура уже давно перевалила за 40, а мы еще даже не начали. Ученики вокруг меня вытворяют что-то невообразимое, как будто они цирковые исполнители. С возрастом мышцы теряют эластичность, и их приходится растягивать. Занятие снова начинается с джиги, но на этот раз все происходит гораздо медленнее. Полумесяц, потом вниз, ползком, затем луч. Джого продолжает тренировку более 2 часов, но он не просто объясняет, он все делает вместе с нами. Довольно тесно, но места должно хватить всем. Просто контролируйте дистанцию руками. Капоэйра требует недюжинных акробатических способностей, но в стиле Анголы все выполняется еще и в замедленном ритме, что значительно повышает нагрузку на мышцы. Ужасно трудно сохранить равновесие и грациозность движений. Постарайтесь. Я хочу это увидеть. Это такое прекрасное зрелище, как он движется. Эти движения, они почти как в замедленной съемке. Это так красиво. Как ни странно, но тренировка зарядила меня энергией. И мы, несмотря на усталость, отправляемся гулять. Я говорю Колет, что хотела бы побольше узнать о мастере Джогу и истории стиля Ангола. И она обещает организовать нам встречу. Я отправляюсь на встречу с мастером Джогу в церковь Игреха до Кармо. Мастер, как называется это место? Оно называется Игреха до Кармо. Я спрашиваю мастера Джого, почему он выбрал это место. Он говорит мне, что его дед был рабом, и, согласно семейным рассказам, рабов держали и продавали в этой церкви. Но Джого считает, что эту часть бразильской истории с момента установления республики часто замалчивают. Работорговля началась в 16 веке и длилась почти 400 лет. В этот период миллионы свободных африканцев были обращены в рабство и вывезены в Бразилию, в то время португальскую колонию, работать на плантациях. Около 3,5 миллионов рабов прибыло через один только порт Сальвадор. Джого объясняет, что в этом дворе рабы выставлялись на обозрение, и плантаторы приходили сюда покупать их с аукциона. Пока они спускаются в катакомбы, мастер Джога объясняет Джазет, что каждый раз, когда он сюда приходит, он переживает духовное пробуждение. Я
Он говорит, что чувствует энергию, исходящую от этих стен. Здесь рабы сидели в цепях, не видя солнечного света, без еды и питья. Он говорит, что ему передается вибрация их страданий. Для раба капоэйра была одной из возможностей укрепить себя физически и духовно, чтобы, когда представится случай, сразиться со своими угнетателями. Для мастера Джога изучение капоэйры – это способ сохранить память об этих замученных душах и обратить духовную энергию, которую он тут черпает, в нечто положительное. Урок номер 4. Искусство мастера капоэйры выходит за рамки физических тренировок. Так, ну давайте. Луч. Джинга. Негатив. Потом вниз. Негатив. Снова тренировка у мастера Джого. Я начинаю чувствовать, что я на 30 лет старше моей напарницы, и молю Бога, чтобы мои колени выдержали такую нагрузку. Это единственный вид боевых искусств, где помимо умения драться необходимы навыки музыканта. Джого обязательно заканчивает каждое занятие музыкой. В капоэйре умение исполнять музыку и петь аккомпанирующие песни не менее важно, чем владение физическими приемами. Ключевой инструмент здесь беримбау, но есть еще барабан атабак, большой тамбурин пандейра и агого, состоящий из двух небольших бубенцов, скрепленных вместе. Калет рассказала мне о преданности Джогу своему учителю, Жао Пекеньо, самому почитаемому мастеру стиля Ангола. Вскоре после легализации капоэйры в 1937 году усилиями Бимбы появился другой великий мастер – Паштинья. Он отвернулся от структурированного стиля мастера Бимбы, считая, что из него ушла душа этого искусства. Паштинья вернулся к первоначальной форме капоэйры, которая стала называться капоэйра Ангола. Мастер Паштинья вырастил выдающегося ученика Жао Пекеньо. Этот человек – связующее звено между прошлым и настоящим капоэйры, и я хочу его увидеть. По словам Джого, 84-летний Жао Пекеньо живет в бедности, несмотря на всемирную славу самого главного мастера капоэйры Ангола. Здесь Джого дает детям бесплатные уроки капоэйры, когда бывает в Сальвадоре. В центре круга играют в различные игры, например, в игру на деньги. Необходимо поднять с пола завернутые в платок деньги, пользуясь при этом одними зубами. Игра основана на основном принципе Анголы – эффективном действии в ограниченном пространстве. Когда Джогу просят сыграть с 84-летним мастером, он пытается отвертеться, потому что он всегда проигрывает. Но в конце концов он соглашается. Игра начинается и сразу заканчивается. Я даже не смогла увидеть, насколько он хорош, поэтому я прошу их повторить.
Они ни на секунду не отрывают взгляда от платка. Джога выступает первым, пользуясь своей массой. Второе движение. Пекенью тут как тут. Он наносит удар ногой, отгоняя соперника. Снова Джогу. Пекинь становится между Джогу и деньгами, поворачивается и забирает приз. Когда победитель обводит соперника вокруг пальца, он делает это, не разрушая духа игры. Игра на деньги – это чистая стратегия. И, наверное, поэтому старый мастер Анголы так любит в нее играть. Урок номер 5. Ты не всегда играешь, чтобы победить. Как и в жизни, иногда здесь главное просто продержаться. Каждый день мастер Пекенью тратит 2 часа, чтобы добраться до заброшенного форта, где он дает уроки. Он начал преподавать здесь капуэйру еще задолго до того, как Джога стал его учеником. Хотя он и считается национальным достоянием, школу, в которой он преподает уже много десятилетий, в любой момент могут отобрать. Несмотря на опасность, мастер Пекенью принимает эту ситуацию с покорностью. Он никогда не утрачивает жизнерадостности. Сегодня большой праздник, день рождения мастера Пекенью. Мне сказали, что белая сорочка будет ему хорошим подарком. Я с нетерпением жду вечера. Как только я вхожу в академию, я сразу чувствую любовь учеников к старому мастеру. В качестве подарка ученики покрасили комнату, в которую он преподает, в зеленый цвет. У них было мало денег, поэтому им пришлось разбавить краску водой. Стены еще не просохли, поэтому прислоняться к ним не стоит. Но это не может омрачить веселье, и песни, танцы и капоэйра длятся до глубокой ночи. Поскольку беримбау – это инструмент, который разговаривает с духами, мастер Пекенью использует его, чтобы благословить гостей. Мне понадобится его благословение. Я обещала себе, что войду в круг, прежде чем покинуть Сальвадор. В течение столетий капоэристы шлифовали и испытывали свое мастерство на пляжах Сальвадора. Приближаясь к концу своего путешествия, Жозет как никогда настроена сыграть внутри боевого круга Роды. Время тает на глазах, и она отправляется на последнюю тренировку со своей партнершей Калет Дезиле. Прежде чем отправиться на тренировку к Джогу, Жозет делает еще одну остановку. Звуки беримбау привели ее к мастеру Алаву. Стоп! О, мне понравилось. Посмотри, кто пришел. Она мой друг. Вот, это подарок. Мой подарок вам. Я собиралась купить беримбау у мастера Алаву, поэтому я очень тронута подарком и импровизированным уроком игры от самого мастера. С беримбау в руке я чувствую себя на шаг ближе к цели – стать настоящей капоэристкой. А уверенность в себе мне сейчас не помешает. Что
Чтобы сохранить свои африканские традиции, рабы выработали тайные формы религиозного культа кандамбле со своим пантеоном религиозных фигур, которых они называли ориксы. Капоэристы часто взывают к ориксам. В наши дни культ кандамбле отмечен огромными статуями этих божеств, высоко встающими над водами реки Тороро в Сальвадоре. Мое последнее занятие пришлось на пятницу, день, когда Джогу соблюдает пост и одевается во все белое, в соответствии с кандамбле. Невероятная жара. Я смотрю, как Джогу выкладывается все сильнее и сильнее, несмотря на пост, и лишний раз удивляюсь его жизненной силе. А самой мне становится все жарче. Как будто тренировки ему мало, в конце Джогу собирает Роду. Джогу смыкает круг уже, оставляя все меньше места для маневра. Когда я слежу за его движениями, я понимаю смысл его имени. Он славится своим искусством играть в замкнутых пространствах. Я хочу и не хочу войти в круг. Может, стоит подождать, пока я буду в лучшей форме? Что случилось? Он потянул мышцу? Он благодарит своего оппонента и уходит из круга. Очередная хитрость. Он вернулся с ударом головой. Прекрасный пример искусства Малисии. Мастер Джогу приглашает меня. Значит, пора выходить, если только это не очередной трюк. Нет, это на самом деле моя очередь. Каждое движение дается с огромным трудом, но я не сдаюсь. Слава богу, мастер Джогу помогает мне и бережет свои уловки для более опытных оппонентов. Он ведет меня, и мы возвращаемся в джингу. Я не отрываю от него взгляда, стараясь как можно лучше поддерживать этот разговор. Большинство боевых искусств родились из войны. Капоэйра родилась из сопротивления.
некогда упрятанная под маску безобидного танца, сегодня капоэйра – это яркое выражение афро-бразильской культуры. Скоро я покину Сальвадор, но я привезу домой живые и яркие воспоминания о моих учителях. Аккордеоне и его хитростях, Ненели Бимба и его сыновней гордости, Олаву и его музыке, Буадженте и его самоотверженности, Пекенью и его преданности делу и глубокой духовности Джого да Дентро. Капоэйра – это метафора преодоления трудностей в Бразилии. Закаленная ужасами рабства, капоэйра превратилась в триумфальное выражение воли людей не просто к жизни, а к процветанию. Моя цель в изучении боевых искусств – пробиться сквозь рутину жизни и прикоснуться к дару великих мастеров – искусству быть непобедимой. Фильм озвучен по заказу компании Action Art.